Всем хаешки, с вами я, Александр, это канал Aimbot, и мы играем сегодня во Future Fight Marvel. Сегодня произошло здесь обновление, и я сразу же побежал писать видосик, как только узнал, как только увидел, как только стала доступна игра. Потому что я видел, что происходит обновление, видел, что происходит следующее, но не мог все равно зайти в эту игру. Вот. Значит, что у нас здесь добавили? Прежде всего, добавлены у нас, давайте рассмотрим, незначительные, наверное, обновления. И это первое, что я заметил. Давайте-ка вот посмотрим, вот сюда вот зайдем. Стали, выбор биометрик стал выглядеть по-другому. Возможно, еще какие-то моменты здесь обновили, да. Поэтому я вот то, что заметил, то я вам и показываю. Выбрать биометрики стало доступно вот так вот. Листаем, смотрим. Также, в принципе, здесь добавлены новые персонажи, новые бойцы, и это не может не радовать. Ну, по новым персонажам мы сейчас отправимся и посмотрим немножко в другом месте. Как вы уже видите на заднем фоне, они как раз и меняются. Вот. Давайте же взглянем на них, на новых бойцов. А это первый, кто у нас идет, у нас Крейвен Охотник. Он выглядит у нас вот таким вот образом. Давайте его приблизим, посмотрим. Вот такой вот дядька, да, с копьем в шкурах и тому подобное. Здесь вот носорог, но это не важно. Давайте еще посмотрим, кто у нас. Мистерио у нас следующий. На него нажимаю, он не хочет, поэтому сразу аж два раза нажался. Мистерио, да, вот так вот он выглядит. Вот такой вот. Кто там? Давайте вот так вот листать. Вот так, наверное, будет быстрее. Носорог у нас идет. Вот такой вот. Вот такой вот дядька носорожище. Такой вот. Далее у нас. Далее песочный человек это должен быть. Да, вот он классический. Выглядит он вот таким вот образом. Вот такой вот. Еще. Это не все, ребятки. Еще есть кто-то у нас. И есть у нас стервятник. Да, стервятник. Он выглядит вот так вот. Так вот. Но у него также, как я вижу, есть костюм. Давай. Сможет костюм? Да, может он костюм нам показать. В костюме он выглядит вот так вот. Как раз вот так вот, по-моему, по фильму он и должен выглядеть. На самом деле я фильм не смотрел, но тем не менее, да. Тем не менее, видел всяческие ролики, поэтому вот это именно оттуда вот такой вот костюм. Есть ли еще кто-то? Да, есть у нас еще ящер, типа боевой, и он вот такой. Вот такой вот ящер. И все, да, по-моему? Или еще есть кто-то? Обновление костюмов, да, также пошло. Да, вот был такой Веном, у нас потом был такой Веном. И вот сейчас у нас доступен костюм на вот такого Венома. Белого, безумного. С черным пауком. Он оглядывается. И паук, по-моему, тоже получил новый костюм. Ну как же без него, без главного, скажем так, нет. Нет, не надо нам этот костюм, это мы уже видели. Да, вот он, новый костюм у него. Главный виновник этого торжества, это, да, это Человек-паук у нас. Вот он вот так выглядит. Нормально, что я могу сказать. Нормально. Покинул он свои привычные стандартные костюмы. И здесь он немножко вот в такой вот ветровочке и толстовочке, или в чем он там. Неважно. Короче, он стал выглядеть немножко по-другому. Даже непривычно, если честно, смотреть, что это Человек-паук. Вот. Современный такой стал. В принципе, по новым персонажам это все, по новым костюмам это тоже все. И единственное, что мы можем еще с вами сделать, это предпросмотр навыков. Да, давайте отправимся, посмотрим, что эти бойцы вообще умеют, могут и хотят нам продемонстрировать, какие свои спецприемы, спецудары. Вот.
небольшая загрузочка, я не знаю, сделал паузу, ну, буду ли я ее вырезать, не буду, посмотрим, посмотрим. Либо просто полюбуемся на мировых способах. Наверное, просто полюбуемся, потому что, ну, пока я говорю, уже все закончилось. И поехали. Крэвен Охотник, это у нас первый, быстренько взглянем, что он умеет, он просто вот, это простые удары. Спецприем, мы начинаем юзать первый спецприем. Какие-то гиены, да, давайте еще раз посмотрим. Да, типа гиен каких-то. Второй спецприем. Третий массово, в принципе, ударил. Так. Погодись. Давай, иди сюда, потому что ты бьешь одну цель, мы не понимаем, что ты делаешь. Что ты можешь сделать? Здесь он массово бил, да, массово третий бил. Четвертый спецприем тоже, я думаю, массово. Просто он отъехал куда-то. И пятый. Пятый тоже массовый прием. Ну, как-то оглушает на самом деле. Ну, большая очень площадь у четвертого спецприема. Ну, на самом деле, как-то так. Меня особо он не впечатлил, но, в принципе, может он как боец, он неплохой. Давайте посмотрим на ящера. Ящер у нас что умеет? Погнали. Первый спецприем. Кислота. Много кислоты. И причем это, походу, массово, да, тоже бьет. Первый спецприем. Давай-ка посмотрим еще. Да, он, походу, отравляет. И отравляет целый ряд сразу же. Также второй спецприем, я тут пока говорил, заюзал, он две цели бьет, это точно. Третий спецприем тоже массовый был. И четвертый тоже он бьет в кучу и, в принципе, их расталкивает, как я понимаю. Все наши противники разъехались. Четвертый еще раз. Ну и давайте взглянем все-таки на пятый, на последний. Вот сюда вот встанем, посмотрим, что он умеет. Он немножко подрос. И, в принципе, всего-то. Ну, он вроде как-то здоровый стал. Да? Или что с ним? Я не понял, что происходит. Но он, походу, просто себя усиляет. Пятый спецприем, он какой-то непонятный. Он какие-то дебафы на себя вешает. Не дебафы, а бафы, вернее. Дебафы, если нам что-то бы отрицательное бы вешали. Ладушки, давайте тогда поменяем героя. Тоже непонятный ящер на самом деле. Давайте попробуем посмотреть, кто лучше всех здесь. И пишите в комментариях, как вы думаете, кто тут самый сильный, кто тут самый будет крутой из нового обновления, из новых бойцов. Арина бьет массово уже с первого спецприема, да. Второй спецприем тоже очень неплохой, в принципе. И третий тоже. Так. Давайте-ка еще четвертый посмотрим. Четвертый тоже массово. И пятый. Пятый — это прыжки. Ну, это было забавно на самом деле. С вертолетом это было забавно. Соответственно, это массовые тоже удары. И да. Меняем бойца. Давайте взглянем на Мистерио. Мистерио старый довольно-таки, насколько я помню, боец по Человеку-пауку, ну, его, по-моему, почему-то везде обделяет, его нигде нету, не знаю, ну, я не видел, по крайней мере. А выглядит вот такой с аквариумом на голове, дядька, скафандр или что это. Но, тем не менее, я думаю, он неплохой боец. Так, смотрим, цепляет массово. Первый спецприем. Ой-ой-ой-ой, что-то тут вообще все какой-то жестяк происходит. Я ничего не понимаю. Уйти с конца экрана. Тут просто трэш какой-то творится. Да, короче, тут получается, давайте еще просто атака. Простая атака. Это простая атака у него такая. Ну да, он, в принципе, бьет прям на ура. Первый, давайте все заново смотреть. Первый спецприем вот так вот он. Прям что-то на первом спецприеме их столько много становится, и они не исчезают, потому что. О, вот сейчас исчезли, долго держатся. Второй спецприем. Он просто в какие-то превращается в летучих мышей, летит и бьет. Так, третий. Вот так вот, да, даже. Неплохо.
Четвертый спецприем. Блин, да что ж вы так разъехались-то? Четвертый. Да я не вижу, что происходит. Короче, руки всех дубасят. Блин, ну прикольно. Веселенький на самом деле. Давайте еще раз четвертый. Может что-то другое будет? Нет, опять эти кулаки. Ладно, если что, сами посмотрите, что там будет происходить. Ну, вообще, давайте пятый еще взглянем. Самый, наверное, боец, который мне на данный момент понравился, это все-таки Мистерио. Так, давайте поменяем героя. Крэйвен Охотник. Крэйвен Охотник у нас уже, в принципе, был. У нас не был Песочный Человек и у нас не был Стервятник. Давайте взглянем Песочного Человека. Окей, я нажимаю, ребятки. Я нажимаю окей, а он немножко подвисает и не хочет нам показывать героев. Что же это такое-то? Так, вот он, Песочный Человек у нас. Смотрим, что он умеет. Неудобно мне на самом деле джойстик здесь расположен. Не заточен мне под эту игру. Потому что это компьютер. Но тем не менее, я, конечно, мог сделать, заточить. Так, первый спецприем — это усиление. Он превращается в Песочного Человека. Второй спецприем, смотрим. Второй спецприем массовый. Неплохо. Неплохо. И давайте третий. Ну, ничегошеньки. Четвертый, давайте смотреть. Просто песчаные торнадо какое-то. Давайте отправимся в центр и посмотрим еще раз четвертый спецприем. Вот так вот. Чтобы более понятно было, что происходит. Так, и пятый. Это вот такой. Причем он бьет где-то даже там, он за краем экрана. Он тоже достает бойцов, противников. Вот. Тоже массы, тоже, в принципе, неплохой. Ну, возможно, как боец он нормальный. Но пока мне Мистерио больше всех взглянулся, приглянулся. Так, ну и последний, это Стервятник. Стервятник без костюма у нас выглядит таким образом. И понеслось. Простые удары. Первый спецприем. Второй спецприем. Третий. Четвертый. Давайте в центр отправимся. После четвертого они оглушенные стоят на самом деле. И довольно-таки это неплохо. Это неплохо, ребятки. Так. Как же вас вообще в кучу-то, ребят, собрать? Вот этих вот, которые наши эти. Летает он забавненько. Давайте четвертый спецприем еще раз. Вот они оглушенные стоят несколько секунд. В принципе, это неплохо. И пятый это у нас был спецприем. Пятый нормально. В принципе, и всего, да, у нас все по бойцам. Всех мы посмотрели. Давайте что сделаем? Давайте еще кое-что взглянем. Так, закрываем все это. Выходим, значит, отсюда. Ну, я немножко вырезал момент, чтобы вас не утомлять загрузками. И сразу мы отправляемся в эпические приключения в особые миссии, да, эпические приключения, нет, особые миссии, значит, да, в особых миссиях у нас доступны противники паучка, да, у нас были новые мстители, потом были у нас нелюди, а теперь у нас противники паучка, да, добавились еще к тому же, и вот, в принципе, здесь мы можем побиться, здесь мы можем участвовать, ну, я, наверное, не буду это все проходить, потому что, не знаю, зачем. Зачем? Коротко просто посмотрели на обновление, посмотрели на новые костюмы, посмотрели на новых бойцов, а прохождение... Везде все одинаково, здесь везде бои, и в конце будет какой-нибудь противник. Поэтому, в принципе, вы можете это сами все сделать. По обновлению, в принципе, что я заметил, то я вам рассказал. Давайте еще попробуем покликать куда-нибудь. Возможно, что-то мы упустили. Возможно, что-то как-то еще что-то изменилось. Поэтому я даже не знаю. Ну, в принципе, наверное, все. На сегодня это все. Понравилось видео? Большие жирнющие пальцы вверх. Пишите в комментариях, какой вам персонаж понравился.
Я высказал свое мнение, что мне, в принципе, понравилось на данный момент, наверное, все-таки больше всех Мистерио. Вот, пишите, кто вам больше понравился. Пишите также, кто все-таки сильнее из всех этих бойцов. Ну и подписывайтесь, не забывайте канал. Кликать на колокольчик, чтобы не пропускать видосики. И подписываться в группу ВК. Всем до встречи, ребяточки, и всем пока.